написаны все разъяснения по поводу того, чтобы не было негатива у посетителей, чтобы снять какую-то стрессовую ситуацию. Мягко, но неуклонно. Именно так требует соблюдать правила прохода на территорию школы. Директор Наталья Шипилова говорит, когда лет 7 назад только возвели ограду и начали требовать предъявлять документы, некоторые родители возмущались, затем поняли и привыкли. Как и дети, привыкли к ученическим картам. Это позволяет контролировать их пребывание в школе. Таковы требования не только здесь, в школе номер 2, но и во всех образовательных учреждениях Сочи. Сегодня очень важно, чтобы человеческий фактор срабатывал, чтобы наши руководители школ, детских садов понимали, что к этой работе нужно ответственно относиться каждую секунду. Мелочей в этом не бывает. И бдительность – это прежде всего. Работа с охранными предприятиями, сотрудничество с полицией, постоянный контакт с медиками, составляющих в системе безопасности масса. О важности каждой детали напомнил и губернатор Кубани Александр Ткачев на заседании Краевого совета безопасности. Более 500 000 школьников отправляются в этом году за парты, из них 45 тысяч в Сочи. Губернатор заострил внимание на проблеме пожарной безопасности. Отметил, она имеет больше всего замечаний. Что касается сочинских школ, то к началу учебного года они все получили так называемые паспорта безопасности, то есть подтверждение того, что и противопожарные меры предприняты, и прочие другие. Есть в обязательном порядке ограждение, есть лицензированная организация, которая осуществляет физическую охрану, видеокамеры в зависимости от размера учреждения от 3 до 50. Школьный двор, классы, рекреации, камеры отслеживают всю территорию. Кстати, на переменах школьникам, особенно младшим, учителя напоминают и о том, как себя вести на дорогах. А 3 сентября здесь пройдет День безопасности. Всех ждет учебная эвакуация и отработка действий во время чрезвычайной ситуации. Такие занятия в первую неделю сентября пройдут во всех школах города. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.